Приветствую вас на канале «Вкусный уголок». Сегодня готовим вкуснейший пирог с курицей и грибами. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Для начала приготовим тесто. Для этого я холодное масло порезала кусочками и отправляю в емкость. Сюда же добавляем муку, но не всю. У меня здесь 300 грамм. Я грамм 50 примерно пока оставлю. И все хорошо рукой перетираем. Вот посмотрите, вот такая вот крошка у вас должна получиться. Теперь сюда добавляем одно яйцо, 1/3 чайной ложки соли, чайную ложку разрыхлителя и сметану. Ложки со сметаной должны быть с небольшой горкой. И теперь замешиваем тесто. Если вам нужно, то подсыпайте еще муку. Я добавила сюда всю свою оставшуюся муку, и у меня всего ушло 300 грамм. Вот такое вот тесто должно получиться. Теперь я беру обычный пищевой пакет, кладу сюда тесто, заворачиваю и в таком виде отправляю в холодильник примерно на 40 минут. Пока тесто отдыхает, нужно приготовить начинку. Для этого ставим сковороду на огонь, разогреваем хорошо и выкладываем сюда порезанные грибы. И теперь на сухой сковороде, периодически перемешивая, поджариваем грибы до выпаривания всей жидкости. Вот посмотрите, сколько сока пустили грибы. Выпаривать его лучше всего на большом огне. И когда уже сок полностью выпарится, значит, можно выключать. А затем выкладываем грибы в тарелку. Далее в сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла. Кладем мелко порезанный лук. И периодически перемешивая, обжариваем до золотистого цвета. Затем сюда же грибы, некрупно порезанное куриное филе, соль и перец по вкусу. Я добавляю 1/2 чайной ложки соли, немного черного перца и чайную ложку итальянских трав. Вы же можете добавить те приправы, которые вы любите. И теперь на сильном огне обжариваем пару минут, чтобы мясо поменяло цвет. Начинка готова, и я переложила ее в тарелку, чтобы она немножко остыла. Теперь приготовим заливку. Для этого в миску вбиваем яйца и немножко их взобьем. Сюда же сливки. Можно взять любой жирности. У меня сегодня 15-процентные. Мелко потертый сыр. И все хорошо перемешиваем. Если вам нужно, то сюда можно добавить соль. Но я добавлять не буду, потому что у меня сыр достаточно соленый. И вот теперь, когда все готово, можно собирать пирог. Для этого я взяла вот такую вот форму. Ее диаметр 26 сантиметров. Я выкладываю в нее тесто и равномерно распределяю, формируя бортики. Старайтесь сделать так, чтобы толщина теста была везде примерно одинаковая. И теперь сверху выкладываем начинку. Вот эту жидкость, которая у вас будет от начинки, в пирог добавлять не нужно. И теперь сверху равномерно заливаем заливкой. Ставим пирог в предварительно разогретую духовку до 190 градусов примерно на 40 минут. Вот такой получился пирог в моей духовке, он был 42 минуты. Мой пирог остыл до теплого состояния, я его извлекла из формы и сейчас я разрежу и покажу вам, что же получилось. Вот посмотрите, какой он красивый и безумно вкусный. Приготовьте такой пирог для своей семьи, и он станет вашим любимым. Так что готовьте с удовольствием. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.